подождем. Остался. Зайка. Это не клуб любителей разговаривать со своими руками. Так выглядит часть репетиционного процесса артистов Ханты-Мансийского театра кукол. Знакомое всем по произведению Алексея Толстого понятие «кукольный театр» является некорректным. Некоторых кукольников даже обижает, потому что прилагательное «кукольный» ассоциируется с понятием «ненастоящий». А в таком театре не может быть фальши. Ведь основные зрители – дети, самые внимательные и требовательные. Как только чувствуют неискренность, сразу теряют интерес. Поэтому настоящим нужно быть не только артисту, но и его инструменту. У театра оперы и балета основным инструментарием являются вокалисты, танцоры. Вот. У театра, допустим, теней опять же свой инструментарий. У нас куклы разные. Для каждого спектакля изготавливают новые декорации и куклы. Делают все по эскизам или чертежам художника, который переносит на бумагу замыслы режиссера. После изготовления макетов художник осматривает декорации и кукол и вносит коррективы в окончательный вид. Затем репетиции проходят со всеми атрибутами. Таков обычный ход вещей в театре. Но в прошлом году здесь попробовали необычный жанр. Артист Петр Порфиров дебютировал в роли режиссера с постановкой спектакля «В клетке». Публика тоже отличалась от постоянной. Главными зрителями были не дети, а подростки. Публика не менее сложная, но она другая. Она другая, потому что у них другие представления, им хочется показать себя, и хочется быть в центре внимания даже на спектакле, в тот момент, когда должны быть в центре внимания артисты. И тут важно зацепить их сознание так, чтобы им было интересно, чтобы они не могли от этого оторваться. История рассказывает о зависимости человека от наркотиков. Причем не буквально в лоб, а посредством образов, пластики. И самое главное, без слов. В роли наркотика выступила прекрасная девушка. Если в начале спектакля в зале были какие-то смешки, признается Петр, то с появлением роковой красотки все замерли. Цеплял зрителя режиссер с помощью динамичности действий. Начальный вариант постановки был сильно сокращен и исправлен. В итоге спектакль вышел длиной в 27 минут. На премьере весь зал хлопал стоя. Успех спектакля подтвердился и премией губернатора Югры Петру Порфирову за постановку «В клетке». В сентябре артисты театра «Кукол» поедут в гастрольный тур по городам округа с пластическим спектаклем. Югорчане смогут своими глазами убедиться, что куклой порой может оказаться и человек.